Всем доброе утро! У меня сегодня на завтрак сыр сулугуни в кляре с кунжутными семечками. Прекрасная погода за окном. Сегодня пятница, завтра жду дорогих гостей в гости, поэтому сегодня у меня супер уборка. Буду мыть все окна в доме, расскажу о своих лайфхаках небольших и надеюсь, заряжу вас на хорошее настроение, красивая музыка, так что присоединяйтесь.
специально не выбрасываю одежду. Вот, допустим, ХБ Майка, я ей помыла окно и просто тупо выбрасываю. Поэтому возьмите на заметку, что классный такой способ, лайфхак. Не надо ничего мыть, просто выбросили ненужную вещь, грязную, безнадежную, грязную вещь выбросили и забыли. А окно при этом чистое. Миссия выполнима, окно сияет. Вот такая вот уборочка получилась. Быстренько так, свежо. В этом вазоне у меня росла пальма, и я ее пересадила, а фикус, который мы с вами пересаживали, сейчас живет в этом вазоне. А пальму я добавила вот в этот вазон и сделала такую композицию. Смотрите, как красиво получилось, пушистенько, так необычненько. Вот один вот этот вот цветок. И вот во второй вазон тоже попалась сюда эта пальма. И круто смотрится, мне как-то кажется, что круто. Ребята, ну вот когда вот хлебушек, вот смотрите, вот такой пушистик, ну для меня это волшебно. Вот это вот ощущение, когда хлеб вырос, такой вот румяный, весь красивый. Суп я солю немного с самого начала и в конце засоливаю. Дальше. Здесь у меня замороженная морковь. Я ее добавляю. Сушеные грибы домашние. Дедушку собираю и сушу. Я их предварительно не замачиваю. Я их сразу добавляю. И здесь у меня фасоль, она тоже предварительно сваренная, посолена и заморожена была, тоже я добавляю. Нет, знаете, не добавляю, это не добавляю. Так. Это не добавляем пока. Все, варю суп до готовности. Добавляем нарезанное мясо. И супчик готов. В конце я еще добавляю вермишель, потому что детки любят, но это не обязательно. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. Огромное спасибо за приятные комментарии, которые вы оставляете для меня. Увидимся. Пока-пока!